Семки, сахарок. Ты вообще все принес? Короче, первым делом мы несем. В кухне, говорят, несут, а сами вон едят, как, а? Поедающие мои. Ты-дым, 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 ты-дым. Я помогаю искать сахарка. Ребята, посмотрите, какие они притворные. Сами сидят, шокают семки и едят. Ну как еще же? Семку гоните, а если не найду? А, вон она, не здесь. А где же эта семка притворная? Ну ладно, я ухожу. Семочка, ты скоро придешь ко мне. Теперь я вижу, как Лёпа ищет семку у себя в миске. Клёпа, не будь притворной мышкой. Почему? Еще как буду притворной. Ну, Ева, вытащи меня из этой клетки. Ну, ладно. Хочешь по-плохому, буду выбираться. Все, я устала этого терпеть. Семку они, значит, мне не дают. Все. Да, и на замок закроюсь. Вот, сейчас такое будет. Ну, где ж мне платок бы зарыть? Ой, я вижу семку, надо грызть клетку. Ням-ням-ням. Все, я сбегаю. Клёпа, ты чё? Я ничего. Мне надо сбежать и убежать из захват семки. Что? Там же семочка лежит, я вижу. Мое зрение не обманывает. Клёпа, ну ты чего? Ну, Ева, ну там же семочка сладенькая. Ты моя притворная. Клёпа, зачем ты лазила по этой клетке? Ну как зачем? Семку искала? Ну да, семка как семка.